О боже, мыши хотели попасть в эту коробку, они прогрызли дырку. Вот это да, дырка. Там точно могла быть мышь, а я открывала эту коробку и даже не подумала, что на меня прыгнет мышь. Ужас, кошмар. Как теперь коробочки открывать? Теперь буду бояться, теперь у меня будет фобия. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, с вами Светлана Соколова, вы на моем канале и добро пожаловать. Многие из вас уже мне начали писать, а когда же итоги конкурсов, а когда же итоги конкурсов. Мы проводили два конкурса, это был конкурс Моцарт Хаус, мы разыгрывали три приза и конкурс Бен Гуд. Тоже три приза. И все в нетерпении, кто же стал победителем. И что ж, давайте сейчас, прямо сейчас об этом узнаем. Так, победители Моцарт Хаус, три победителя Моцарт Хаус. Это Светлана Мельниченко, Елена Мазитова и Катя Чековинская. Девочки, я вас поздравляю. И давайте мы с вами свяжемся каким-то образом. Вы мне напишите, и я отправлю вам ваши подарочки. Обязательно отправлю. Победители Бен Гуд. По $20 вы сможете выбрать на $20 себе что-нибудь интересненького с сайта Бен Гуд. Доставка бесплатная. И поздравляю вас, победители. Машенька Сумская, Татьяна Яковлева и Диана Журавлева.
Ура, девчонки, я вас поздравляю. Но кто не победил, кто не выиграл в этот раз, не отчаивайтесь, потому что на моем канале еще, конечно же, будут конкурсы. А как же без конкурсов? Никак. Так что обязательно следите за моим каналом, за обновлениями и не пропустите новый конкурс. А еще сегодня хочу вам показать посылочку, которую я получила от своей зрительницы, подписчицы, которую зовут Оля. Она давным-давно смотрит мои видео, списывается со мной. Привет, Олечка! Спасибо тебе огромное за посылку. Сейчас покажу, что мне Оля прислала. Сегодня я хочу вместе с вами открыть вот такую посылочку, подарок, который мне прислала Оля Кудрявцева. Она захотела мне сделать приятное и прислала подарочек. Давайте посмотрим, что же здесь, в этой посылочке. Такая интересная посылочка. Написано... Эрмель. Написано Эрмель Клуб. Я думаю, что это сетевой какой-то маркетинг. Я не знаю, я не спрашивала, честно говоря. Не интересовалась у Оли. Может быть, это какая-нибудь сетевуха. Поэтому я не знаю, честно. Подарок есть подарок. Но мне хочется его распаковать вместе с вами. Я не знаю, зачем мне эта накладная. Кудрявцева Ольга Николаевна. Ну, она, я так думаю, что она делала заказ, поэтому она мне это вложила. Может, не вложила, может, они, но саму вложила, не знаю. Так, это что такое? Пупырышки. Опа. Вот, вот что здесь. Это кондиционер. Без парабенов, содержит натуральные экстракты трав, кондиционер для всех типов волос. Никогда я в жизни не пользовалась такой косметикой, если честно. С кремовой текстурой снимает статическое напряжение, делает волосы мягкими и послушными, обеспечивает блеск и легкое расчесывание, способствует сохранению цвета окрашенных волос. Содержит масло оливы, кератин, пантенол, которые питают и укрепляют волосы. Вот, все, что я вам прочитала. Такой объемчик хороший, 200 мл. Так, а это мужской гель для душа, без парабенов и лауретсульфата сульфата натрия, содержит натуральные экстракты трав, парфюмированный гель для душа номер 002, вот такой вот, миленькому подарим, правильно? Спасибо, Олечка, тебе большое за такой подарок, и это шампунь. Я так понимаю, что вот кондиционер и шампунь – это одна серия. Сериями пользоваться всегда приятно для всех типов волос. Так, шампунька. И что тут еще у нас? Еще гель для душа женский, без парабенов и лаурил сульфата. Ха, я еще такой знаток этих сульфатов. Номер 130. Мне показалось, что открытое. Посмотрим. Вот, видите, запечатанное. Мне показалось, что открыто. Все запечатанное. Вот. Так. И что здесь еще у нас? Зубная паста. Фито Фреш. 7 трав. Для здоровья зубов и десен. Вот такая большая бадья, тоже нами запечатанная, тоже запечатанная. Не написано сколько, какой объемчик, где здесь объем. Так, что-то тут еще у нас. И вот у нас, что это такое? Это у нас такой парфюм. Парфюмчик, духи женские, номер 130. Посмотрим. Вот такой, номер 130. Ничего не могу сказать про номер, про аромат не могу сказать. Не пойму, честно говоря, не пойму.
без названия. Это гель для душа тоже, наверное, номер 130 из этой же серии. Вот и все, что было в моей посылочке. Я, конечно, не знакома ни с этой торговой маркой, ни с этими ароматами, ни по стойкости, ни по каким-то другим показателям. Но обязательно попробую, буду пользоваться. И огромное спасибо Оле за такую посылочку. И ссылочка, если что, на эту торговую марку оставлю внизу. Это страничка лично Олина. Я не знаю, что это за сеть, не знаю, что это такое вообще. Но если вдруг вам что-нибудь из этого нужно, или вы ищете эту торговую марку, то вы можете пройти по ссылочке и там что-нибудь для себя присмотреть. Ну, если нужно. А если нет, то нет. О боже, мыши хотели попасть в эту коробку, они прогрызли дырку. Вот это да, дырка. Там точно могла быть мышь, а я открывала эту коробку и даже не подумала, что на меня прыгнет мышь. Ужас, кошмар. Как теперь коробочки открывать? Теперь буду бояться, теперь у меня будет фобия. Олечка, огромное тебе спасибо за такой подарок, за внимание. Тем более, когда подарок от души, бескорыстный, когда просто хотела сделать приятно. Я это ценю, и мне это очень-очень дорого. Огромное-огромное спасибо. И объявление. Хочу вам сделать объявление. Интересное мероприятие. С 23 по 24 июля в Киеве будет проходить фестиваль видеоблогеров. Где он будет проходить? Сейчас подсмотрю, я же не помню. Я в Киеве была, но я уже не помню. Проходить он будет в международном выставочном центре 23 и 24. Туда приедут знаменитые блогеры. Тоже сейчас подсмотрю, чтобы не забыть. Вилсон, Давыдов, Усачев, Лис ТВ, Алена Венум. Алена Венум будет приглашенной гостьей. Гостья еще также будет Анастасия Шпагина, Женя Белозеров, Максим Бандит, Мария Вэй. Половину я из них знаю, половину не знаю. Будет 8 площадок для выступления блогеров и 14 площадок развлекательных и для мамочек с детьми, и для бьюти-блогеров, и для геймеров, и для тех, кто любит, знаете, всякие изобретения, всякие штучки, и для тех, кто любит, технологии всякие, гаджеты, вот, поэтому я вас приглашаю, обязательно не пропустите это мероприятие, развейтесь, сходите, я думаю, что будет интересно, прошлые какие-то были мероприятия, какие-то там ошибки, они все учли, и в этот раз обещают, что будет супер интересно, вы сможете сфотографироваться с любимым своим блогером, и я, наверное, тоже буду, не знаю, меня пригласили, но я пока еще думаю, потому что есть некоторые обстоятельства, которые могут мне помешать. Я, конечно, буду очень расстроена, если не попаду на это мероприятие, но очень-очень постараюсь. Я оставлю ссылочку под видео, вы можете пройти на сайт, посмотреть программу мероприятия и купить билет. И самое интересное, через пару дней, я не знаю, может там через пару видео, я для вас разыграю 3 билетика. Мне дарят 3 бесплатные билетика, и я между вами эти билетики разыграю. Но все-таки спешите, потому что билеты дорожают. Вот и все, наверное, все новости, все, что я хотела вам сказать. Надеюсь, это видео не было для вас утомительным и чем-то даже полезным. Хотя, чем оно могло быть полезным? Да, вот этот видеофестиваль, который называется «Видеожара», конечно же, постарайтесь не пропустить. Будет жарко. Все, на этом с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока! Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, с вами Светлана Соколова, вы на моем канале и добро пожаловать. Речь о стерилизации и дезинфекции инструментов.